Учителя начальных классов и учителя-предметники. 12 педагогов объединяет любовь к своему делу и своим ученикам. 10 представительниц прекрасного пола и двое мужчин стали участниками муниципального этапа конкурса «Учитель года 2024». На церемонии открытия каждого участника представили судьям. Впереди у педагогов 3 важных раунда. Я давно уже планировал принять участие в этом конкурсе, когда будет 10-й год моей педагогической карьеры. Вот как раз-таки сейчас идет 10-й год моей педагогической карьеры, и я решил принять в нем участие, как планировал. Планирую удивлять своим образовательным проектом, буду показывать его небольшие элементы, ну и в первую очередь говорить о себе, говорить самое важное, то, что ждет нас в образовании. В первом раунде учителям предстоит пройти 3 испытания – педагогическое кредо учителя, разговор со школьниками и открытый урок. После этого победители и лауреаты продолжат бороться за победу в следующих раундах. Лучших определят после проведения мастер-класса и публичного выступления «Слово учителю». В этом году мы перешли на единые программы. В этом году мы перешли на единые учебники, создано единое образовательное пространство. У нас появился разговор о важном, то естественная и содержательная часть данного конкурса, конечно, меняется в соответствии с требованием, которое сегодня есть. Дальше лучших педагогов города будет ждать региональный этап конкурса, где они встретятся со своими коллегами из других муниципалитетов. За годы существования конкурса его участниками стали уже более 300 педагогов Ульяновской области. Анна Тищенко, Улправда ТВ.